ужас какой-то, подумал Стивен Кинг и выключил белорусские новости. Так шутят белорусы. А теперь поговорим серьезно. Привет, меня зовут Яна, и я расскажу вам про последние новости, связанные с коронавирусом в Беларуси. В декабре на всей территории страны продолжал действовать масочный режим. Более того, как сообщила главный санитарный врач столицы Светлана Ермак, масочный режим в Минске может сохраниться в ближайшие несколько месяцев. Особенно актуализировался в текущем месяце вопрос закупки вакцины от коронавируса. Так, министр здравоохранения страны Дмитрий Пиневич в своих декабрьских выступлениях заявил, что мы с помощью российских коллег активно работаем и над закупкой вакцины от коронавируса, и над тем, чтобы начать у себя ее производство. Мы на первом этапе планируем вакцинировать 200 тысяч человек, с охватом в дальнейшем 2 миллиона. Может быть, это будет больше, может быть, это будет меньше. Все, то есть, еще будет зависеть от эпидемической ситуации. Кроме того, начальнице Главного управления финансирования социальной сферы и науки Министерства финансов Татьяны Острейко была названа сумма, предназначенная для закупки вакцины в 2021 году. Это 50 миллионов белорусских рублей. В качестве одной из мер для компенсации расходов из-за COVID-19 в Беларуси предлагается временно повысить некоторые ставки налогов. Из последних новостей. Александр Лукашенко пообещал, что вакцина будет доступна каждому гражданину. Российская вакцина от коронавируса «Спутник Ви» получила регистрационное удостоверение от Минздрава Беларуси 21 декабря. Ее эффективность, по утверждению российских врачей, 91,4%. Нигде в мире, кроме России, массово ее пока не применяли. Вакцина двухдозная, то есть требуется два укола с разницей в 21 день. Главное ограничение вакцины – возрастное, от 6 до 60 лет. Поскольку о массовой вакцинации от коронавируса речи пока не идет, отказаться от нее возможно. Для тех, кто не входит в группу повышенного профессионального риска, для отказа не нужно каких-либо объяснений или заполнения документов. Белорусскую же вакцину еще испытывают. В эксперименте участвуют всего 100 человек. Мы продолжим информировать вас о ситуации в Беларуси. В стране, правительство которой официально признает эпидемию коронавируса, только когда ему это выгодно. Подписывайтесь на наш канал и страницы в социальных сетях.